Что, команда сильная. Я первую игру с ними не играл. Не довелось, еще не успели заявить меня, потому что не знал, как они играют. Ну, так получилось, что сегодня был лучшим бомбардиром. Вот. Мне понравилась игра, зрители очень поддерживали. Выходим по чуть-чуть на другой уровень. Очень хорошо организовывает это все наша команда, начальство нашей команды. Ну, в принципе, я думаю, нам можно еще с ними побороться на выезде. Ну и, в принципе, в чемпионате России сейчас такой чемпионат, что можно бороться со всеми командами. Какими вы видите шансы зацепиться за первую восьмерку? О, большими, очень большими, очень большие шансы. Главное не отдавать свои игры самим. Ничего, не делать никаких ошибок таких. Вот. И, в принципе, в восьмерку спокойно можем попадать. Спасибо, Евгений.